Ну что, ребята, всем привет, обновление в Brawl Stars уже вышло, ребята, да, прям сейчас захожу, обнова. По техническим причинам я не смог начать стрим, чтобы, ребятки, ну, постримить, и чтобы, да, подождать обнову, ребятки, я не знаю почему, я не смог, ну ладно, ребятки, забейте. Так вот, пиявка вернулась, что же у нас за подарок в магазине, у нас вернулись хэллоуинские скины, как я и предполагал, и уже завтра у нас будет с вами... Инфернальный бой и зомби, дорогие друзья, да. Очень круто. Уже завтра, ребятки, появляется новый легендарный боец Амбер. Ребятки, просто я буду реально задротить. Мапмейкер, ребятки, сейчас будем карты свои создавать. Это жесть, это просто, ребятки, жесть. Да. Серебряный Фрэнк, нормально. О, у нас два подарка будет, кстати, да. Так, ребят. Хэллоуинские скины вернулись по скидке. Ну, неплохо, ребята. Я, может быть, куплю Калаверу Пайпер, либо кого-то еще, ребят. Да. Так. Ага. Больше ничего не изменилось. Иконка на Макс, ребятки, новая, да. Это я знал. Так, ребят, может, что-то еще. Сейчас процессим еще. Амбер, ребятки, сами Амбер процессим. Вторую жизнь вернули? Нет, а почему... Аватарка как у второй жизни. То есть, ребятки, почему аватарка как у второй жизни, ребятки, а? Это баг или что, ребята? Я просто когда смотрел Снэк Пики, думал то, что вернули вторую жизнь. Ну ладно, ребятки. Сори то, что кашляю, потому что я до сих пор болею и так наорался. Но я до сих пор, ребята, болею, да? Ребятки, болею. Бля, поехали, протестим ее. Очень сильно, ребятки, хочу ее выбить. Ты просто цель... То есть, я даже не могу целиться. То есть, просто я когда навожу, ребятки, она уже... О, май гад. Подожгем маслице. Ебанутый персонаж. Просто смотрите, как мы сейчас роботу снесем. Смотрите. Мы снесли роботу 10 тысяч. 10 тысяч мы снесли роботу. Так если еще и масло кинуть, так его еще поджечь, накопить полную штуку вот эту вот огня, то, ребята, это вообще будет жесть. Я в шоке, ребятки. Обночка вообще просто топ. Сейчас пойдем еще создавать свою карту, ребятки, да. О-о-о-о-о. Погнали здесь подождем. Блять. Ты смотри просто. Ну, это самый легендарный боец. Это, ну, это лучше, чем Калет, ребятки. А, кстати, Калет улучшили. Ребятки, давайте пока посмотрим улучшение. Ну, Калет нам говорили, прям улучшили вообще жестко. Поехали, протестим. Да, ребятки, у меня уже есть Малефисент. Забрал ее, к сожалению. Забрал ее, к сожалению, не на видос. К сожалению, да. Ну, ребятки, сори, не на видос, к сожалению. Ну, просто я не мог тогда видос записывать. Вот. Ребят, поэтому сори. Так, ну что? Типа, я не понял, атака что-то быстрее стала или что? 700! Минимальный урон стал 700, ребятки, все. Ну, а холдик ее уже накосарят. Ну, все, минимальный урон стал 700, ну нормально. Потому что раньше был 200. Или у меня такая пассивка? Да нет, ее вроде улучшили. Да, ведь, ребят, давайте протестим. Блин, ребятки, амберушка. Боксики тут немного есть. Надеюсь, выбьем, да, ребятки. Блять, это в 11, по идее, выйдет, да? В 11, да, в 11. Блять, ребятки, это просто топ. Амберушка. Уху. Так, ребятки, давайте посмотрим изменение баланса. Чего у нас там? Тут ничего нет, да? Ребятки. Просто я сейчас посмотрю, короче, как ее изменили вообще. Хотя ладно, давайте я потом уже посмотрю в конце видоса. Это не самое главное. Самое главное, что и карту можно создавать. Давайте назовем карту, я не знаю как. Я не знаю даже, как назвать карту. Давайте лабиринт. Создадим с вами лабиринт, ребятки. Выбор игрового режима. Так, давайте шедаем. Поехали, ребята, и как это вообще делать? Так, можно всего... Ага, 10 игроков, ага. Ставлю свою карту, делаю-то. А, нельзя так? А, надо соединять именно. То есть, видите? Видите, в чем, ребятки, суть? Ага. Так.
Давайте поставим... Не, коробки. Бля, ребята, это круто, это... Я, конечно, не мастер в картах, но смотрите. Ну, так нельзя сразу поставить, да, чтобы было рядом две. Да, видите, сразу все нарушается. Блин. О, все, можно. Ну, можно зато вот так вот ставить. Типа, рядом особо нельзя ставить, видите, потому что... ну, круто, блин, ребят. Я, конечно, не про создавать карты. Я бы, конечно, попробовал, ребята, но хз, бля, ну это круто. Так, телепорт... О, можно ставить спаун, где типа спавнится. Ну, давай здесь. А, надо даже убирать. А, нет, тут уже выбрано, да? Или тут можно как-то вроде удалить, да? Удалить. Нет, разве я? Давайте одиночно, это сейчас запутались. Так. Боксы! Я хочу миллион боксов. А тут миллион нельзя, да? Блядь, смотрите! Я хочу просто миллион банок себе. О, капец, сколько там банок. Ребята! Не, я сейчас просто по фану создаю карту. То есть тут это не лабиринт, это я знаю. Но это просто по фану создаю. Напичку всякой фигни. Так, ребята. Так. Давайте сохраним. Ах ты. Это удалим это. Бокс удалим. Угу. Так. Просто хочу миллион этих. Ладно. Все. Ладно, поставим, чтобы... Оп. А, типа нельзя вот так вот сразу в одиночку ставить, я понял. Ладно. Бля, что я сделал? Я вот так случайно провел, знаете? Очень резко вот так провел, вот так вот, очень резко, блин, что я сделал? А, она. Тихо. Ребятки, кривожопы, ну ладно. Блин, ролик уже 7 минут идет. Ладно, я карту здесь на своей карте стараться не буду, потому что все равно, ну, я сейчас карту делать не буду. Короче, ребятки, я думаю то, что батл подписчиков теперь станет интереснее. Где? А. Карта сохранена, и можно выходить. Карта, ребятки, есть. А, бля, сейчас поиграем еще в пиявку, может. Ага, вот моя карта. Поехали. Сыгранем. Я не знаю, на ком. Давайте, знаете... Я хотел бы на Калет, но нет. Давайте на Фрэнка, чтобы прям до херабана. Блин, ребяточки, обнова тут. Еще завтра, не скажу, что выйдет новый Цамбер. Капец, я, конечно, создал карту. Говно какое-то. Блин, ну, ребята, это просто тест. То есть тут я даже... Блин, я забыл, тут боты же. А ботов можно уже отключать. Надо было ботов отключить. Ребят, спану сейчас отключу и вернусь к вам. Так. Я просто реально хочу... Пускай один бот будет. Я просто реально хочу взять и собрать дофигра банок. Просто, ребятки, это жесть. Пиши карты, фигня. Ну, я тут над картой не старался, ребята, поэтому... Не удивляйтесь. То есть... Над картами я буду стараться тогда, когда будет батл подписчиков. А сейчас, типа, зачем? Сейчас это просто забава. Блять, ребята, это все банки мне. Мне банки. Ты чё, собака? Это сраное говно. Почему нельзя какого-то игрока? Ну, ребятки, тут можно максимум сколько? Ну, сколько там у Спраута? У Спраута... Сейчас чекнем. У меня 16 банок. Ну, тут максимум можно сколько? 18, да, где-то 17. Сколько у Спраута? Блин, ребятки, я знаю, возможно, вон звук бьет в уши. Ну, сори. Да, 18 где-то. Понятно. Ребятки, новая музыка, да? Да. Так. Я думаю, что кого-то все-таки возьму, потому что я хотел, на самом деле, кого-то взять, либо Шелли. Он как-то Шелли подлагивает опять.
Вот раньше подлагивал. Кого-то сейчас подлагивает немного Brawl Stars. Или как-то они быстрее, что ли, стали. Или у меня что-то лагает обнова. Да, кого-то все быстрее стало, ребята, мне кажется. Быстрее стало все. Да нет, может, мне показалось. Я не знаю, просто реально. Ну, ребятки, Амбер. Сегодня, возможно, будет пушка лета на 1000. Ребят, я знаю, что она у меня фул уже со скином, и походу ее надо наружать. Я, конечно, хз, ребят. Потому что, ну, не особо хочется, но... Ну, просто не особо хочется в том плане, то, что не знаю, типа, если вот вы прям хотите, то окей. А, ребятки, погнали там, откроем. Пойдем на твинк, может, зайдем. Надеюсь, можно на аккаунт пока же заходить, ничего не будет. Блин, ребята, хочу уже тестить эти скины. Это просто топ. Ладно, ребята, думаю, позже зайдем. Так вот, погнали, пока что поиграем. Сыграем одну карточку в пиявку. Вспомним вообще, что это такое. Блин, ребятки. О, пиявочка моя любимая, поехали. Да, ребятки, вот она, пиявочка. Блин, ребят, я вам не гарантирую, говорю то, что, блин, будем с вами задротить реально. То есть, я надеюсь... О, тут же хп отнимать я забыл. Фух, ребят, думаю, будем, возможно, сегодня колет пушить. Ну, потому что, на самом деле, я очень хотел, чтобы сегодня боец вышел. Я понимаю то, что пятница, ну, блин, ребятки, плохо. Он вроде будет еще не только в боксах, типа, его можно будет еще выбить, а еще он вроде будет продаваться. То есть это плюс. Блин, ребятки, обожаю пиявку, хочу реально здесь колет апать, ребята, ну реально хочу, блин. Колет бафнули, я потом посмотрю, что изменили, потому что в новостях еще что-то нету. В новостях нету, не знаю почему. Либо супер не звезли, забыли, либо хз. Супера, да. Изи. Блин, ребятки, вспоминаю пиявку. Ё-моё, блин, я проигрываю. Бля. Так. Иди сюда. Ну, Кроу. Ну, Кроу фул жизни. Вот здесь, когда 8 бит был со второй жизнью, это была просто имба. Ну все, Ворон, в принципе, можете, я думаю, подыхать. Так, сейчас главное, чтобы Пайпер не попала. Так, ну посрать на ту банку. Главное, чтобы Барли сейчас особо мне урон не нанес. Бля, наносит. Блин, ребятки, пиявка, это просто жесть. Топ режим, топ. Так, поехали. Поехали, пам. Пам, ребятки. Изи, просто изи. Ай, залагало все. Ролик уже 12 минут. Что-то Brawl Stars очень сильно лагает, ребята. Я не знаю почему. Либо у меня телефон как-то лагает. Либо еще что-то. Ладно, ну то, что, наверное, нагрузка на сервера сейчас большие. И я тем более на зарядке играю. И тем более я просто... Я думал, что... Не, я понимаю, что не надо... Ну, я просто зашел, думал, на 5 минут, типа, ничего такого не будет. Но все-таки, ребятки, задержался. Ладно, ребят, вот такой получился ролик, обнова топ. Мы ждем нового бойца Амбер. Просто батл подписчиков изменится в лучшую сторону. Я буду реально карты для своих подписчиков создавать, там, например, на какой-то там приз создавать, то есть карту буду как-то называть. То есть, ребятки, это просто будет жесть. Ладно, ребятки, всем удачи и всем пока-пока.